Hey, всем привет, друзья, с вами Владимир, канал Гильдия Гейм, и сегодня мы с вами продолжаем ходить The Elder Scrolls Online, вот. И сегодня мы, значит, отправляемся с вами в Имперский город, начинаем новую главу, потому что я почитал про, короче, я, во-первых, у меня теперь все миссии будут называться, то есть все названия серий будут называться по названиям квестов. Вот, это раз. Во-вторых, я вот там сделал у себя на канале целый раздел, посвященный The Elder Scrolls. Вот, и прохождение у меня будет лежать в разных плейлистах. Вот, что это значит? Это значит, что у меня будет главный плейлист по прохождению. Вот. Пришло, найди меня в скалах недалеко от Даггерфолла. Отправиться в убежище. Ну... Опять, что ли, да? Дочь великанов. Пророк связался со мной на огромном расстоянии ради некой важной цели. Пророк призвал меня в убежище. Надо немедленно отправиться туда. Ну ладно, давай попробуем-то главную сюжетную миссию попроходить. Значит, отправляемся снова в убежище. Раз нам предлагается. Вообще-то я хотел, значит, проходить... Имперский город. Но раз у нас тут есть главная сюжетная линия еще, давай попробуем ее пройти. Вот ты какой пророк, а. На картинку тебя поставим. Поговорить с пророком опять. Давай попробуем. Только вышел из убежища. Даже и 5 шагов не прошел. А он уже позвонил по удаленной связи. Привет. Я рад снова тебя видеть. Да, я вижу тебя, но по-своему. Ты рана на теле времени. Разрыв реальности, который не должно быть и который не может долго существовать. Пророк, почему ты говоришь загадками? Загадками говорит судьба. Твоя судьба была описана в древних свитках давным-давно. Она переплетается с судьбами 5 соратников. Я наконец-то нашел Лерис Титанорожденную в Хладной Гавани. А она в безопасности? Она работает в ужасной кузнице под властью великого обманщика Молога Бала. Ее душа в большой опасности. Ты должен пойти к ней. Я могу создать врата в этот темный мир, но тебе надо поторопиться. Ну, открывай врата, я спасу Лирис. Будь осторожен в мире Молога Бала, ты важен. Так написано в древних свитках. А что произошло с Лирис после того, как мы спасли из Складной Гавани? После того, как Лирис заняла мое место в тюрьме Стенаний, что дало нам возможность сбежать, Даэдра переместили ее в Литейную Скорби. Это место полно мучений и отчаяния, она трудится без остановки, делая оружие для врага. Откуда ты это знаешь? Бог вероломства множество раз вторгался в мой разум во время моего заключения. Это было невыносимо мучительно. Но пробиваясь в мой разум, он ненароком открыл мне доступ к своим мыслям, пробив брешь в собственной защите. Смотри-ка, фаерволт свой, а? Не обновил Молог Бал. И теперь старик может пробиваться в его разум, обходя защиту. Что ты имеешь в виду? Мы связаны, он и я. Сосредоточившись, я могу видеть его глазами. Он чувствует мое присутствие и от этого впадает в ярость. Когда ты войдешь в Литейную, чтобы спасти Лирис, я смогу удерживать его внимание. На время он будет слеп к твоим действиям. А разве это не опасно? Опаснее будет тебе попасть в Хладную Гавань без этого отвлечения. Это царство Молога Бала, и его сила там невероятно велика. Я постараюсь отвлекать его все время, пока ты будешь там. Ну давай. Ладно, давай, погнали, чё. Попасть в Хладную Гавань. А где врата? А, вот. Ладно, поехали. Литейные скорби. Индивидуальное прохождение.
Хладная гавань, царство тюрем внутри тюрем, где все заключенные неустанно трудятся над осуществлением темных замыслов лорда порабощения. Молгвала. Так, поговорить с Лирис. Так, а где Лирис? Куда-то туда. Так, я тут оружие возьму пока свое. А вот и Лирис. Ты. Ты жив? Ты правда здесь, или это еще одно наваждение? Я здесь, пророк попросил меня найти тебя. Значит, он тоже жив, слава богам. Но тебе нельзя здесь оставаться. Уходи скорее, пока тебя не увидели. Я уйду только вместе с тобой. Ты не понимаешь, они что-то со мной сделали. Я не могу уйти. Что ты имеешь в виду? Это трудно описать. Мои воспоминания, чувства, все расколото, разбито на куски. И все эти осколки заперты в разных частях литейной. Значит, мы найдем их. Я уже пыталась. До этого забрали у меня все. Силу воли, мужество, самоощущение. Я пустая оболочка. Те осколки — мои самые сильные страхи, самые болезненные воспоминания. Я не могу. Я вряд ли смогу заставить себя взглянуть им в лицо. А мы сделаем это вместе. Пойдем. Я сделаю все, что в моих силах. Веди. Че? Куда? А куда мне идти? А, вот туда, что ли? Так, ну куда-то туда надо идти. А тут можно пройти вообще? Может, куда-то сюда можно? О, смотри-ка. Эти заблудившиеся души давно забыли, что когда-то были людьми. Стражники уже даже не бьют их. Так, кто-то мы, значит, стражника. Давай, завалим. Ты что делаешь-то? Дремора кардип. Так, отлично, сыворотка здоровья пригодится. Так, а мне, походу, дело нужно еще вот этих двоих победить. Ты, короче, занимайся одним, а я буду другим. Отразил удар. Походу, дело, да, нам придется заниматься главным квестом. Но, в принципе, он не особо-то и большой. Поэтому я там отдельный плейлист... Че делаешь, засранец? Я там отдельный плейлист создал. Так, этот готов. Давай завалим еще вот этого. Стой, ты куда? Сердце доэдра? Ну давай заберем, может пригодится. Хотя я навряд ли думаю, что он пригодится, это сердце доэдра. Зовем серию дочь великанов. Тут даже деревья растут. Ну такой мирок-то, я сказал бы. Хладная гавань. Так, не может быть, это же дом в Скайриме, в котором прошло мое детство. Да ладно. Могила моих родителей. Мама умерла во время родов. А отец всегда обращался со мной холодно и отстраненно. Думаю, он винил меня в смерти мамы. 16 лет я сбежала из дома, стала наемницей. С отцом мы так больше не виделись. Его убил заклятый враг. Отец? Папа? Это ты? Справиться с раскаянием Лирис. Что это за что мне это все? А, значит, мы... Сейчас ты истечешь кровью, тварь, сдохнешь, как чудовище, коим ты и являешься. Что это за хер такой? Ее душа и разум уже принадлежат нам. Брось свои жалкие попытки ее спасти. Воплощение раскаяния, короче. Ну, в общем, готов. Надо поговорить вот с этим Гьялдир. Кто ты? Почему с тобой Лирис? А я хочу помочь Лирис. А ты кто?
При жизни я был Гьялдиром, отцом Лирис. Мою душу забрали из места успокоения и перенесли в это гнусное место. Даэдра заставляли меня вновь и вновь переживать собственную смерть. Я думал, эта пытка никогда не закончится. А они использовали тебя, чтобы приковать Лирис к главной гавани? Ничего не понимаю, Лирис всегда была вольным духом. Разве мое присутствие могло бы удержать ее здесь? Она винит себя в твоей смерти. Лирис, дитя мое, это правда? Ты всегда был таким холодным, таким чужим. Мама умерла, давая мне жизнь. Умерла из-за меня. Лучше бы мне вовсе не появляться на свет. Лирис, посмотри на меня. В моих жилах течет кровь великанов. Твоя мать была норткой. Я дал ей свое семя, не подумав, чем это может для нее закончиться. Вот почему она умерла. Ты здесь ни при чем, дитя. Это я во всем виноват. Я думала, ты винишь меня. Ты, папа, ты даже смотреть на меня не мог. Разве ты не понимаешь? Я смотрел на тебя и видел ее. Я любил ее, дочка. Так же, как люблю тебя больше жизни. Мы не в силах изменить прошлое, и не стоит за него цепляться. Не давай этим чувствам тебя преследовать. Отпусти их. Я тоже люблю тебя, папа. Отдыхай, покойся с миром. Он ушел. Пойдем, пора выбираться отсюда. Так, ладно, пройти вглубь литейной. Это куда? Ага, давай сюда пройдем. Это место настоящий лабиринт безысходности. Его построили, чтобы усилить страдания тех, кто здесь трудится. Ну ладно, имперский лагерь. Чего? Осторожней, пригнись. Что-то я не успел прочитать. Там что-то написано. Имперский сундук. Нагрудник Лирис. Это стальной нагрудник в торском стиле, создан для мощного тела Лирис. Справиться с одиночеством Лирис. А вон там еще что-то лежит. Поножки Лирис. Это стальные поножки в нордском стиле. Подойдут только Лирис Титана рожденный. Ну ладно, возьмем. Ты все части? Да, расставал их по разным сундукам. Наверняка. Этот раз командир заставит ее что-то. 50, будем надеяться, на этот раз чудовище получит порку. Ладно, пойдем обратно. Веди себя, естественно. Латные перчатки Лирис. А, надо было найти доспехи Лирис. Бля, короче, отдать доспехи Лирис. Не успел прочитать комментарии. То есть это, что они сказали. Нашел что-нибудь? Думаю, эти доспехи принадлежат тебе. Поверить не могу. Эти доспехи воплощение моего я. Они делают меня мной. Воин без доспеха все равно, что медведь без когтей. Надень их, я подожду. Отлично. Превосходно, я готова. Справиться... Так, войти вглубь литейной. А можно еще вот этих убить. По одному можно их завалить. Она совсем одна, она в этом жутком кошмаре. А что у тебя есть такое? Так. Будь осторожен, из-за горных работ эти туннели потеряли стабильность. Ну ладно. Чего? Упало что-нибудь на тебя? Дремора Кинград. Но как ты не охренел совсем, товарищ?
тремора Кардив. Так, я думаю, мне нужно вот, вот это вот сделать. Готов. Отлично, готов. Такс. А вот тут еще один. Походу дело снова Лирис Титан рожденная будет моим спутником. Придется назвать мне, короче, гнездо клан Фира. Это главным квестом. А что в гнезде находится? Пройти вглубь Литейной. Абнутар, вероломный ублюдок. Не следовало ожидать, что и ты будешь здесь. Не будь дура, титанорожденный. Я пытаюсь тебе помочь. Твоя ненависть тебя отравляет, воины. Они как сталь, теряют закалку, теряют ценность. Помочь? Ты предал нас и побежал лизать сапоги Манимарха. Когда еще даже дым не рассеялся, я сделал то, что должен был сделать. И в знак своих добрых намерений я хочу сделать тебе подарок. Только знай, просто так Хладная Гавань тебе его не отдаст. Это Ашоровы кости, это она, отголосок, это моя секира. На что, секиру забрать, что ли? Давай. Справиться, а? Да ладно. Древний клан Фир. Ух ты, ни хрена, здоровый. Эй, да успокойся ты. Короче, надо просто уворачиваться от его атак. Жалко, что этот самый... Жалко, что... Да отстань от меня. Жалко, что только... эликсир, короче, только один. Хуй, можно использовать. Сейчас меня завалит, сволочь такая. Я ж говорил. Эликсир можно использовать только один раз. А вон он, собака. Придется уворачиваться. Придется... Короче, надо уворачиваться, чтобы он не прыгнул на меня. Собачатина такая. Надо кругами бегать. Собаку, иди отсюда. Короче, беги. Давай вот так. Побежали. Беги, 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 беги. А, сука. Да отстань ты, блядь, вставай ты, алло. Беги. Здоровье, оно, кстати, само восстанавливается. Да ты будешь стрелять-то, посох ебаный. Алло. Короче, когда ты на shift нажимаешь, то посох не хочет стрелять. Прыгает сейчас. Ага! Собака! Да встань ты! Лох! По-любому, что-то ценное должно быть у него. Вставай! Во, смотри-ка, что-то есть. Лоскуты шкуры. Ну, хер знает. Секира Лирис. Как приятно снова держать тебя в руках. Хочешь напиться крови Даэдра, подруга? Давай поговорим. Моя секир, как хорошо, что она снова со мной. Она часть меня. Потерять ее было все равно, что лишиться руки. А почему Тарн пытался помочь тебе? Не знаю, я ему не верю, никогда не поверю. Но знаешь, что странно, когда я его увидела, у меня нахлынула слепая ярость. Я могла бы задушить его голыми руками, но теперь, думаю, он был прав. Та ненависть отравляла меня. Отравляла. А как ты себя чувствуешь сейчас? Лучше, сильнее, я уже почти исцелилась. Странно, правда? Сейчас я бы в одиночку смогла одолеть даже самого уморила неопределенного. Но я вновь чувствую себя воительницей.
А что теперь? Это еще не конец, надо продолжать путь. Проход завален камнями, но теперь, когда моя секира снова со мной, думаю, я смогу пробиться через обвал. Давай попробуем. Куда мне надо идти? А, вот сюда куда-то. Отойди, проклятая груда камней меня теперь не остановит. Пока я выделенные на ручи заберу. А, сюда надо? Я-то думал. Так, погоди-ка. Сейчас посмотрим, может, у меня что-то есть помощнее. Так, урон 1072, урон 1096, уровень 16. Давай попробуем железный лук взять. И что-то здесь у меня еще были выделены наручи. Хотя у меня тут есть железные латные перчатки магии. Железная кираса. Так, кираса неиссякаемых сил. Это я, конечно, мантия солитью, да? Ну-ка, ну-ка. 2420. 641 единиц максимального здоровья. Ага, ну, кирасу оставим. Нагрудник из Морфольского кургана. Ага, смотри-ка. А вот это получше будет. Нагрудник лучше оденем. Перчатки Серабейна. Максимальные магии. Куртка магии. Штаны магии. Поножки неиссякаемых сил. Так, максимальное здоровье, максимальной магии. Запасы сил, серомятный шлем магии. Ага. Оружие. Так, кленовый орден и пост электричества. Ладно, давай луком попробуем побороться. Здесь у нас... Огримна. Да и этерических чудес так много, а времени совсем мало, надо идти дальше. Слышь, ты не охренел камнями кидаться-то? Готов, смотри-ка. А мы и опыт получили 120. А ладно, пока пускай луком будем сражаться. Опа, урна. Ничего нету. Пройти вглубь литейной, выше. Блять. Че, туда что ли, да? Ладно, пойдем отсюда. До свидания. Да-да, конечно, конечно. Ага. Я вот в дверь сейчас войду. Открывай дверь. Хуй, не хочет открывать. Слишком много противников. Да, придется со всеми справиться. Особенно вот с этим огром. Нихера вас тут сколько. Ага, есть. Да, бля, сейчас все завалят твари. Ну да, завалили. Но придется-то по одному валить. Ничего не поделаешь. Просто их оббежать не получится. Давай вот огра завалим. Бля, занимайся пока вот. Так, огр готов. Давай теперь завалим дремору вот эту. Так, есть. Пройти вглубь литейной, сейчас пройдем. Да, просто так оббежать их не получится всех вместе. Нужно их по очереди уничтожать. Вот этого завалим теперь. Иначе нам дверь просто не открыть. Дверь не хочет открываться тогда, когда... А, лук повышен до уровня 4. Хорошо. Луки тоже повышаются. Так, вот этого теперь давай. В принципе, лук так нормально дамажит. Еще огненный глиф было бы неплохо посмотреть, как он вообще работает. Так, кто там? А, еще. У нас получается вот этот товарищ.
Пускай Лирис пока занимается той, короче, дреморой. О! Мы пока огра завалим. Ну, а теперь можно и дремой заняться. Готово. Так, что у тебя тут у Да я понимаю, я хочу вот у нее забрать. Сердце доедра. Нихера оно мне нужно. Ну ладно, заберем, раздают. Может, потом продадим. Урна. Ух ты, чистая вода. Я думаю, у меня там тюрьма эхо. Такс, а тут сундук есть. Проект Ридгарская урна. Ух ты. Заберем. Пройти будет литейный. Так, вы тут какие чего, так как где? А, вот сюда что ли? Ты слышал? Это было похоже на... Нет, этого не может быть. А что там? Исследовать помещение. Это кто еще такой? Сай, что случилось? Что они с тобой сделали? Лирис, Лирис, я вижу тебя. Это правда ты? Сай, это я. Мы видим что-то вроде твоей проекции. Ты знаешь, где ты находишься? Я не знаю. Они пытают меня. Им нужен амулет королей. Они хотят, чтобы я рассказал, где он спрятан. Но я не сломлен пока что. А, Сай, держись. Мы найдем тебя. Я об этом позабочусь. Мы найдем тебя, не знаю как, но мы вытащим тебя оттуда, Сай. Сай, нет, верните его, вы ублюдки! Надо поговорить с Лирис. Это было не наваждение, это был Сай Сахан. Что с тобой? С тобой все будет в порядке? Сай мой друг, можно сказать лучший друг. Нам надо найти его и вытащить оттуда. Наверняка есть способ выяснить, где его держат. Мы расскажем об этом пророку, и он что-нибудь придумает. Но сначала надо понять, как отсюда выбраться. Меня не волнует, что еще они придумают против нас. Ничто не помешает мне помочь Саю. Пошли. Так, пройти в глубь литейной. Использовать дверной рычаг. Короче, надо какой-то рычаг использовать. Вот это что ли? А, вот и а тут сундук есть. Отмычка заберем. Использовать. Ага. Готово, прошли. Здрасте. Еще отмычка. Дремор Кайдив. Давай завалим его. Обыщем сердце до этого. Пройти глубь литейной. По-прежнему. Так, вот еще один, мимо него не пройдем. А их тут даже двое. Готов. И опыт мы получили. Так, кто тут еще такой? Опа, тут еще. Золотишко есть. Такс. Ага, дверь. Горнило ужаса. Вот еще сундуки. Что-то не так. Сомнение, страх, одиночество. Все возвращается. Я должна это преодолеть. Идем. Дубовый газовой посох. Ну, возьмем. Так, справиться с ужасом Лирис. Одея Лирис, то есть ужас. Давай-ка мы газовой посох попробуем взять. Опа. Посмотрим, что это за вещь такая. Еще урны есть. Ну, тут как бы пепел. Ящики вскрыты. Ящик. Гуарана. Не надо мне такое. Опа. Спаси нас, Тендар. Это тварь, источник всех моих страхов. Я слышу ее. Шепот. Она насмехается надо мной. Надо победить, что ли, ее надо? Воплощение ужаса, короче.
Чё-то этот грозовой посох говно какое-то. Какие-то ктулхи тут летают. Главное, не дав... Главное, не давать, короче, попадать по мне. Готово! Сбежать из литейной скорби. Давай сбежим. У нас получилось, голоса, шепот, все исчезло. Так, все это время как будто я наблюдал за собой со стороны и была опустошена. Давай, портал в убежище. Ну чё, мы прошли это, короче. Так, подойти к пророку. Лирис, дитя, ты в порядке? Да, пророк, я в полном порядке. Отголосок освободил мой разум от контроля Даэдра. Хвала богам, если бы мы потеряли тебя, воцарился бы ужас. Больше им до меня не добраться, во всяком случае, пока я жива. Пророк, Манимарка схватил Сая Сахана, он пытает его, желая узнать, где спрятан амулет королей. Мы должны спасти его. Поговорить с пророком. Благодаря тебе Лирис вернулась, и судя по ее виду, она почти цела. А она через многое прошла. Ей нужно время, чтобы восстановиться. Никто не смог бы покинуть такое место невредимым. Мы видели проекцию Сай Сахана. Он говорил с нами. Что он сказал? Сай знает, где его держат? Он не знает. Манимарка пытает его. Он хочет заполучить амулет королей. Значит, нам нужно найти его до того, как Манимарка вырвет у него местоположение амулета. А еще мы видели проекцию Абнура Тарна. Он пытался помочь Лирис. Правда? Я думал, он примкнул к Манимарка и его культу червя. Чем дальше, тем страннее. А Сай Сахан сказал, что Манимарка нужен амулет королей. Зачем? Как ты помнишь из моих видений, использование амулета привело к тому, что барьер, защищавший Тамриэль от сил Обливиона, был пробит. Нам необходимо его восстановить, а для этого необходим амулет. Но чтобы его найти, мы сначала должны отыскать Сая Сахана. Чем я могу помочь? Пока что оставь меня, дай мне поразмыслить. Я должен настроить свой разум на поиски Сая Сахана. А пока старайся познать непознанное. Капли воды не знают, что они река. Но река все равно течет. И последний вопрос. Почему Мулакбал вообще оставил Лирис возможность сбежать? Возможно, это обычная самонадеянность. Возможно, все это часть его великого замысла. Кто может понять логику князя Даэдра? Я вновь позову тебя, когда придет время. Прощай, отголосок. Ага, завершить задание. Ну ладно. Дочь великанов мы, короче, завершили. Есть какие-то у нас задания? Получено 1 очко навыков. Ага. Магия душ повышен до уровня 2. Навык тяжелой доспехи повышен до уровня 19. Навык ликвидации повышен до уровня 24. Получено достижение дочь великана. Классно. Короче, выполнено. Давай на этом закончим. У нас будет эта серия называться «Дочь великанов». Подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарии. С тобой был Владимир, канал Гильдия Гейм. И всем до новых серий. Всем пока.